Открыли его ровно за 5 минут до юбилея. За 8 минут до юбилея. Вот там вот Игорь сидит, я сижу сзади меня, бо мы были с Рыжим Игорем. Он подходит, меня так толкает. Это что такое? Я не знаю. Что это вообще? Я не понимаю, что происходит. Я такого никогда нигде не встречал. Это самое интересное образование, которое я вообще открыл. Эректиты, как бы, это уже не удивительная штука. Они есть везде, как бы, можно описать. А вот как такая штука может образоваться на таком маленьком кусочке, больше нигде, ни на одной стене, ни, даже фрагмента нету просто. А у нас есть такой серьезный карстолог Турчинов Игорь, говорит, самое главное, что природа не имеет шаблонности, в природе отсутствует шаблонность в таких образованиях. А здесь четкие такие треугольники, как это объяснить вообще невозможно. Тут пришел альпинист, вот этот, что я рассказал, что он на Макалу поднял футболку, типа выходи за меня замуж, Сашки. Он пришел, сел вот там вот, где Виталий, а еще этих флагов не было. А вот та крайняя вершина такая, говорит, ты знаешь, что это за вершина сбоку? Или что? Это Эверест, только со стороны Китая. Говорит, да ладно, выйдем наверх, посмотри контур. Только запомни, как он выглядит, посмотришь в интернете. Мы открываем с китайской стороны вид, он точно такой есть склон. Оптимистика. Оптимистика, да.